Областная спартакиада проходит здесь впервые. Сегодня пожилые люди соревнуются в таких видах спорта, как настольный теннис, шахматы, шашки и дартс. Раиса Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вы уже давно занимаетесь этим видом спорта? Впервые в жизни. Впервые в жизни? 72 года я впервые в жизни этим занимаюсь. Как готовились, как тренировались? О, это серьезно было. Во-первых, у нас были тренировки 4-5 раз в неделю. Тут надо и привыкнуть, что зрение не очень хорошее, сами понимаете, 72 года. Покажите, как это делается, и вот смотрите, научите меня. Ну, первый раз можно попасть, можно не попасть. Ну, все-таки. Я волнуюсь. Можно я попробую? Попробуйте. Встаньте на линию. Так, на линию, да? Да, да. Правую ручку вашу. И замах, замах обязательно. Вот чем сильно, замах, сильно надо замахивать? Рукой вперед. У меня такое было. Я тоже волнуюсь. Олег, я все равно не... Попала один раз из трех. А я попала, по-моему, вот сюда. Вот да? сюда попали, это 16. А максимальное количество? Максимальное вот здесь 180 очков. Вот. Здесь есть участники из нескольких районов области. И вот, например, чтобы сыграть в настольный теннис, каждый должен был привезти свою ракетку. Олег Владимирович, расскажите, вот почему нужно иметь именно вот свою ракетку? Ракетка эта, она имеет особенность, она же состоит из какой-то накладки, еще и губки. И поэтому к этой ракетке надо привыкать. Владимирович, я вам желаю удачи, победить вам. Спасибо большое за мастер-класс. Победители определяют по общекомандному зачету. Вот кубки за первое, второе и третье место. И еще два человека получат награды не за участие, а за возраст. Полина Попенец, Олег Буланов, Саратов 24.